Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, меня зовут Кудаугир, фамилия моя Шакиржан. Особое приветствие за подписчиков моего канала. Целевой аудиторией моих видеороликов эзотерического направления являются брахманы, то бишь представители четвертой касты. Я адресую свои видеоролики им. И есть категория подписчиков моего канала, которых я называю эзоподписчиками. И любитель философии, тоже эзоподписчик, задал тут такой вопрос мне. Произошло это давно, но вот время снять вот только сейчас появилось, да? И он, любитель философии, задал такой вопрос. Добрый день, интересно было бы узнать, по вашему мнению, к какой касте относятся юмористы? Юмористы с большой буквы, причем было написано, или это универсально. Во-первых, юмор — это уже признак развитого сознания, да? А вот у людей первой касты юмор не особенно развит. Со второй касты юмор уже может присутствовать у людей, но не факт, да, не у всех. В основной в своей массе, возможно, любитель философии имел в виду тех, кто выступает, да, КВНщики и прочие вот, братья, которые вот, вроде Петросяна там вот выступают на телевидении, смешат людей. И вот. Вот вся эта братья в основной своей массе относятся ко второй касте. Понятно, да? Почему? Да потому что они вот зациклены на словах, на общениях. Для них общение, печенье, ну вот и все такое вот важно. И выкручивать всякие слова они считают признаком ума и, конечно, с огромным удовольствием этим занимаются. И юморят они, скажем так, по-черному. Бывает, что к месту, чаще всего они не к месту это делают, и, естественно, если напорятся при этом на представителей третьей касты, то могут получить жестко. Вот этого они не понимают, потом обижаются, говорят, что зажимают свободу слова и прочее, какие-то вот эти позиции встают, того якобы вот обидели не по делу, зажимают свободу слова и прочие претензии предъявляют, да, к личностям. То есть в основной своей массе те юмористы, которые на виду, это люди второй касты. А так юмор действительно присущ может быть и людям и третьей касты, и четвертой касты, но иногда некоторые, ну как бы скажем, могут зажимать этот юмор в силу воспитанности, в силу каких-то вот этих правил приличия. И это уже характеризует таких людей, ну, скажем так, с положительной стороны. Потому что вот этот юмор не к месту, он вот как раз признак представителя второй касты. Думаю, я ответил на вопрос любителя философии на этом. До свидания, до новых встреч.